FollowMe – это система дистанционного управления прожекторами, которая легко интегрируется в любую световую концепцию. В то время как привычные системы слежения требуют дополнительных финансовых и трудовых вложений, FollowMe является более экономичной и простой альтернативой, предлагая независимость, гибкость и доступность. Используя систему FollowMe всего с одной камерой, вы можете следить несколькими приборами за несколькими исполнителями. FollowMe может работать с любыми приборами любого бренда. Мы начинаем настраивать систему, размещая на ферме всего одну камеру, что дает отличный обзор сценического пространства. Как только камера и приборы откалиброваны, можно приступать к слежению с помощью консоли FollowMe Mouse, удерживая прицел на исполнителях. Многоуровневость площадки не имеет значения. Вы можете использовать любое количество точек калибрации в новом 3D-редакторе. Чтобы отслеживать исполнителя на сцене, требуется всего один оператор, и неважно, сколько приборов он использует – один прожектор или целую установку. Каждый оператор следит только за одним исполнителем. Чтобы отслеживать большее количество исполнителей, просто добавьте больше консолей FollowMe Mouse в вашу систему. Помимо ручного управления, также есть возможность автоматически отслеживать цели с помощью FollowMe Traxis. Специальные датчики крепятся на исполнителей и передают информацию о их местоположении в систему FollowMe. Это делает ее гибридным решением, где слежение за исполнителями производится автоматически, но с возможностью в любое время перейти на ручное управление. С FollowMe вы можете использовать любой прибор в качестве прожектора следящего света, использовать неограниченное количество приборов, следить за несколькими исполнителями с помощью всего одной системы, работать на любых многоуровневых площадках, объединять и интегрировать FollowMe с любыми световыми консолями и автоматическими системами. Система FollowMe использовалась в самых разнообразных шоу, включая Muse, Rammstein, B2 и многие другие. Еще больше информации на нашем сайте followmerussia.ru.